Легко угадать. Модель арбитража больше, да. Так вот, профессиональная, да, деформация наступает, но для молодых людей, пожалуй, это не так. И ну, кроме того... именно, и вообще, то есть тенденция, внутренняя тенденция человека. У нас еще большое количество адвокатов используют медиацию, даже и использовали ее до принятия закона о медиации. Кроме того, если говорить о Третейском суде, мы как раз встречались накануне с руководителем Сибирского Третейского суда. Я говорю, послушай, Михаил Эдуардович, как здорово использовать Третейский суд совести и судить сторон по справедливости, а не по закону. Он пожимает плечами и говорит, я ссылаюсь на опыт, который описан в энциклопедии Российской империи. Так оно исторически было до революции. И этот опыт описан у Вицина, однофамилец нашего известного киноактера, дореволюционный специалист по третейскому разбирательству, описан в библиотеке, в энциклопедии Брокгауз и Ефрон. Но, к сожалению, в действующем законодательстве, как мне пояснил этот специалист, у нас Третейский суд должен выносить решение только в рамках закона. И ни шагу влево-вправо. Нельзя, например, одной из сторон спора, которая явно злоупотребляет правом, отказать в иске, опираясь только лишь на чувство несправедливости. Надо обязательно это мотивировать. А было бы хорошо без всякой мотивировки просто устно пояснить, что вы не правы, и отказать ему в иске. Но, к сожалению, закон о третейских судах это запрещает. Зато в синтезе медиация плюс арбитраж, о чем мы еще будем говорить, медарб, они позволяют реализовать и эту модель, что замечательно. Давайте перейдем к нашему кейсу, который называется вот «Новатор и инвестор. Трудности диалога». Да. Попробуем сейчас распределить роли. И я бы взял на себя роль инвестора, например, Алексея. Вас попросил бы, Марина Юрьевна, роль Светланы. Вы не возражаете? Давайте, ага. Да? Ну, соответственно...